Для меня природа – это абсолютный приоритет. Это приоритет приоритетов. Есть природа – есть жизнь. Нет природы – нет жизни. Чем грубее мы относимся по-хамски к природе, тем хуже живем. Прямая зависимость. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее значение охране окружающей среды. Понятно, что это наши водные ресурсы, это лес, которыми наградил нас Господь. Это наши болота, которые дают основную часть кислорода в Беларуси, ну, и так далее. И мы должны все это хранить, беречь, как зеницу ока. И самое главное, жить в гармонии. Как бы это, знаете, пафосно не звучало, но это так. Все мы, выезжая в лес или еще куда-то на берег озера, реки, ахаем, охаем, какая красота. Но эту красоту надо сберечь. Я же это не под камеру говорю. Это мое внутреннее убеждение. Природа – вопрос номер один. Потому что не может человек нормально жить, если в тебе загажено все вокруг. Ну, не может. Поэтому я смотрю на города, на маленькие города, в Минске, чтобы была чистота, порядок, чтобы больше деревьев высаживали, чтобы мы варварски не относились к этим деревьям и прочим насаждениям. Ну, все, чтобы было в порядке. И не забывайте по гидрометеорологии доложить. Я просто высказывал свое возмущение тем, как работает у нас гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились, и я очень внимательно слежу за этим. Но я вам должен сказать, на 3 дня абсолютно точный прогноз, и даже на неделю. Спасибо. Почти никогда не ошибаются. Ну, на 0,5 градуса градус. Разительно изменилось. Спасибо, но надо в этом направлении работать.